Парижане оценили живописную красоту Тарской улицы в Омске. Картина вместе с другими работами художницы Елены Лобовой была представлена на художественном салоне Art Shopping во французской столице. Творческая платформа в Лувре собрала 600 галерей со всего мира. Познакомиться с Сибирью посетители выставки смогли благодаря единственной амичке. Елена Лобова родилась в Калачинске, закончила худграф педагогического университета, но долгое время работала в системе МВД. Дослужившись до майора полиции, все-таки решила посвятить свою жизнь творчеству. За последние 5 лет она написала около 200 картин. В своих работах старается передать красоту родной земли. По итогам парижского салона омскую художницу пригласили на выставки в Монако, США и Италию. То, что было на той выставке, оно больше было больше к авангарду, больше поп-арт, сюрреализму. У нас все русское. Русское искусство, оно больше как бы реалистичное. Конечно, есть интерес. Все равно у людей есть свое понимание красоты. В большей степени русский реализм очень интересен, всегда был и будет.